Доброе утро, иду на работу. Сегодня с утра жарит пипец. Будет сегодня жаркий денечек, наверное. Не наверное, а точно. Так что мы идем на работку. Я вчера Чарли все-таки искупала. Он сегодня такой лохматый. Он всегда, когда после купания, такой лохматый, смотрите. Видите, похоже, что он такой прям потом пригладится. Что-то я ходила вчера вечером, говорю, все искупались, а то он что, лысый что ли? Пошла его тоже искупала. Ой. Море спокойное такое вообще. И везде дымка, видите, какая дымка у нас? Всегда так летом. С моря может быть дымка дымочная. На-на-на-на. Такой лохматый, такой смешной. У меня шампунь заканчивается. Для Чарли надо ему шампунь новый купить. А то чего же он мне без шампуня? У него специально я собачий шампунь мою ему купаю. Но я его редко. Собака, чем реже, тем лучше. Смотрите, море какое. Шикардосное. Ой, вот такое лето я обожаю. Это вот я понимаю, настоящее. А не то, что было месяц назад. Даже недели три назад. Ладно. Пошла я. Там меня по пятницам постоянно ждет одна клиентка. Она приходит чуть ли не знаю, чуть ли не в 9, я в 10 открываюсь. И стоит, ждет. Чего ждет? Фиг его знает. Приехала домой покушать. У меня вчера оставалась картошка вареная в мундире. Я ее почистила. Добавила перчик болгарский, лучок, тунец в банке, укропчик, как без укропчика. Оливочки, оливковое масло и усю. А, яичко. Яичко одно добавила еще. Вот такой у меня холодный салат получился. Ну, естественно, соль, перец по вкусу. Вкуснятина. Я там еще яйца варю на всякие пожарные. Ну, на обед или там. Ой, на обед, на ужин. Ну, яйца всегда вкусные. Так что пойду кушать. Всем приятного аппетита. Иду на работу. Мороженка. Это у меня фруктовый лед без сахара, без всего. Смузи называется. Ягодное. Очень вкусное, кстати, летом в Кубе. Ой, на работку иду, на любимую. Да, мой лохматик. Все люди на пляж, а я на работку. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. Еще нахожусь на пляже, вся жизнь впереди. Погода только установилась первую неделю. Смотрела по прогнозу, вроде бы продолжение. У меня, кстати, сегодня должны прилететь двоюродная сестра. Но они не останавливаются в соседнем городке. Я уже рассказывала. Пере, ты чали пере? Машина ездит или не ездит. А вот у ней там подруга. Ну, естественно, встретимся, как впрочем, прошлые годы. Они уже, по-моему, четвертый раз ездят туда летом. Есть влоги с ними год назад. Так что сейчас доедут, надо планировать что-то с ними, тоже встречу какую-то. Какая-то сня, слышите? Ну, а пока работа. Я почти отработала, сейчас уже просто досиживаю времени. И думаю, что сидеть надо с толком, с чувством, с расстановкой. Просидеть это время и пойти на пляж погулять. Хотела вам рассказать про такую тему, которая всем нравится. Денежная, скажем так. Мне тоже нравится слушать. И вам хочу рассказать, как у нас в семье, допустим, с бюджетом. Кто управляет, у кого деньги, кто чем заправляет. Хотя по моим видео могли бы уже, все уже понятно и так, что весь бюджет находится у меня в руках. Домашний. То есть домашние деньги, не только домашние, вообще все деньги в семье находятся у меня. Под семью замками. Вот. У нас это, еще мы даже не женатые были.
В общем, это уже давным-давно. У меня муж очень сильно заболел давным-давно. И вот, чтобы, как говорится, управлять домом, отдал мне свою карточку кредитную. И все. И с тех пор она... Нет, но она не у меня, конечно, она у него. Но я периодически ее беру и освобождаю от средств. То есть он даже не знает, сколько у него денег. Нет, конечно, он все прекрасно знает, я ему говорю, но его это не интересует. Сколько денег, что я себе покупаю, когда я себе покупаю. Знаете, я даже иногда спрашиваю, вот я это куплю. Ему, ну, типа, ты сама знаешь, что надо, сколько у нас денег и что надо покупать. Поэтому, если какие-то большие, по какие-то покупки... Сейчас будет пум-пум-пум. Церковь, в принципе, не очень далеко. То я, конечно, насчет больших покупок типа советуюсь, но опять все это, знаете, чисто фамильярно. У нас, если я сказала, надо покупать, значит, надо покупать. Даже вот по комоду. Я последний раз комод купила. Мы, когда заехали в магазин, я говорю, ты его даже не посмотришь, а что, говорит, на него смотреть, как будто мое мнение что-то решает. И так ему, просто моему мужу, удобнее. Я считаю, что, знаете, в семье не то, что кто должен управлять, там, мужчина или женщина бюджетом, да, или там, я не знаю, как это. У кого это лучше получается, тот и должен им управлять. Просто есть люди, которые... хорошо формируют свой бюджет и знают, что куда оплатить, где оплатить, там отложить, и где, и люди, как бы, транжиры, да, которые не умеют, ну, не то, что не транжиры, просто не умеют управлять бюджетом, не умеют набирать, не умеют, там, ну, не знаю, как это все, ну, допустим, мой муж, ему, я говорю, это же тоже большая ответственность, да, деньги, когда поступают, чтобы все не растратить, оставить на какие-то затраты, там, не переборщить с покупками, чтобы, как говорится, не то что дожить до конца месяца, но и что-то отложить. Вот у меня всегда на первом месте всегда все стоит. Сначала нужно все оплатить, все счета оплатить. Не только домашние, у меня же и парикмахерская, поэтому у меня все в голове. Ну, не зря же я на бухгалтере училась, правильно? Поэтому у меня первое нужно оплатить. Второе — отложить. И третье — уже что-то потратить. Если у меня нет на первые два пункта, то я уже не буду что-то покупать там такое, не буду на какие шопинги ходить или еще что-то. Или мне, ну, не знаю, вот мне, у меня обязательно должна быть заначка. Обязательно. Я не могу спокойно жить, если у меня нет каких-то сбереженных средств. Потому что в жизни все бывает, и обязательно деньги должны быть всегда отложены. По моим расчетам. Я не умею жить от зарплаты до зарплаты. Меня это вгоняет в депрессию. Я не знаю, потому что, может быть, если бы была бы зарплата маленькая или еще что-то, то там уже хочешь не хочешь, нужно жить как бы от зарплаты до зарплаты. Но у нас пока, слава богу, все нормально, позволяет, и, в общем, так. Говорят многие, знаете, много я раз слышала, что европейцы, там они очень жадные, не дают деньги, ля-ля-ля, тополя. Я вообще такого ни разу не встречала, ни с моими подругами, ни знакомыми, чтобы там, может быть, не говорят, не знаю. Ну, есть, конечно, разные случаи, это не зависит от европейца, что там тебе дает денег, не дает денег. В моем случае, вот как я думаю, семья — это вот одно целое, да? И чтобы там муж мне не дает денег, это как-то для меня звучит как-то, я не знаю. Это все равно, что я ему не дам еду, да? То есть как я ему не дам еду, если это его тоже еда? Или как он мне не даст деньги, это, если это и мои деньги, да? Если мы муж и жена, то это не, он меня не обеспечивает. Мы одно целое, и просто у нас вот все, у нас все вместе. Это мое мнение. И вот говорю, что я, что вот там они жадные или что-то там, европейцы имею в виду. Не знаю, как они могли быть жадными. Есть, конечно, у меня у подруг, вот, которым их мужья
занимаются бюджетом. Но это опять зависит только от того, что у них это лучше получается. Поэтому и они занимаются бюджетом. Да? Ну вот, чтобы, допустим, нет, у моего мужа есть свои деньги, у него есть, как говорится, на тоже свои занычки, кстати, от которых я очень хорошо знаю. Он думает, что я не знаю о его заначках, что сколько-то у него отложено. Я все прекрасно знаю, но делаю вид, что я не знаю об этом. Ай, пускай, зачем ему, как говорится, знать, что я знаю? От меня просто ничего не убежит. У меня все, как говорится, я все знаю. Сколько, каждую копеечку в моем доме я знаю, где находится и что она там делает. Вот я считаю, что у меня это получается. В другой семье, допустим, вот у моих подруг или еще что-то, заправляет мужчина. Но это только от того, что у него это хорошо получается, и все. Иной раз я думаю, что лучше бы этим бюджетом нафиг управлял муж, потому что, это говорю, когда приходят какие-то счета такие, знаете, ну, например, штрафы или еще что-то, незапланированные, скажем так, так жалко отдавать, но на этот случай существует заначка, которая всегда у меня отложена. У меня отложена в парикмахерская заначка, дома заначка, везде заначки, везде все отложено. Так что вот так вот, и что там, они жадные или что-то, я говорю, мы даже женатыми не были, но он сразу мне отдал все свои, как говорится, средства, и на, говорит, управляй. И все, и не было такого, чтобы... у нас даже, вот я, допустим, еду куда-то зачем-то за какими-то покупками, никогда у меня не был, муж не спрашивал, а что ты купила, сколько ты потратила, там, знаете, или там, ой, зачем ты столько много купила, такого у нас вообще никогда у меня не было, и мне иногда, иной раз даже говорю, почему ты не спросишь, говорю, что, а вдруг я много потратила, ну, значит, есть у нас, раз потратила, вот так. Если что-то надо купить, то... Мне также муж может купить, потому что у него есть свои деньги. Но он не приходит с чеком и говорит, вот я потратил столько, отдавай мне. Нет. Бывает, что я у него спрашиваю, потому что знаю, что есть заначка у него. И надо ее как-то выцыганить. Бывает, что он меня выцыганивает. Мне кажется, что как у всех нормальных семей так случается. Не знаю, но вот что-то, если что-то крупное купить там, то это уже я. И уже от меня зависит, купим ли мы это или не купим. Вот как, допустим, мою машину покупали. Выбирала ее я. Ну как, выбирала. Не выбирала, а выбирали мы с другом, он механик. Выбирали. А там уже, как говорится, покупать или не покупать, все зависело от того, что, как я скажу, скажем так. Но это не потому, что там я такая, или просто у меня это, как говорю, лучше получается, чем у мужа. Мой муж вообще, я ему когда говорю, бери ты распоряжайся. Он говорит, за 2 недели у нас не будет ни копейки. Он не умеет покупки делать, он не умеет что-то покупать. Он вот, знаете, принесет 2 упаковки хамона и говорит, смотри по евро. Но он не смотрит, что там, допустим, 50 грамм всего. И килограмм выйдет намного дороже, чем если бы он купил 300 грамм. Понимаете, вот такие вот. Я там какие-то там, где там какие-то предложения в магазине, либо там на скидках. Вот мне нравится все это искать. Нравится, вообще мне нравится все покупать. Мне без разницы. Я даже с вами клиентками смеюсь, меня говорю, мне хоть за картошкой идти, я все равно рада покупать. Я не знаю почему, но тем не менее я трачу с умом. То есть я не трачу последние деньги, не пойду, не потрачу последние там 20 евро на какую-нибудь шмотку, и знаю, что у меня нет больше денег. Нет, у меня такого никогда не будет. Поэтому вот так. Бюджетом распоряжаюсь я. Есть у меня подружки, которые сами распоряжаются. Есть у них, они потом, мужья распоряжаются. По-моему, так это все зависит от того, умеешь ли ты распоряжаться деньгами или нет. В общем, вот так. Не знаю, как-то, наверное, бестолково объяснила. Рассказала. Но информация не научная, поэтому, мне кажется, все в доступном варианте было изложено. Пришла клиентка, как вы могли бы догадаться. Вот
так вот, видите, поэтому нужно досиживать до своего, как говорится, часа закрытия. Что-то не пойму, здесь эти деревья новые, что ли, посадили. По-моему, неделю назад их не было. А сейчас тенечек такой прям классный. Вы со мной ходите так же, как и я. Не было же ведь деревьев? Или что, или я только сейчас их заметила. Мне кажется, не было. В общем, что у меня в планах сейчас? Я пару дней назад, когда, помните, ходила за майкой, еще даже месяц назад, я увидела сумку такую, которая носится на поясе. И она была как плетеная, ну, вернее, она и есть. И вот два дня назад, когда я за майкой ходила, я увидела, что уже не было этой сумки в продаже. Она мне очень понравилась. В тот момент, когда я ее увидела месяц назад, я почему-то не купила, не знаю почему. Ой, мама, господи. Это ветер, листочек шатает, а я думала, кто-то ползет. Вообще уже как уедет. Ну и что, я пришла домой и заказала через интернет. Смотрите, вот этот листочек. Мне показалось, что это что-то ползет. И сегодня пришло уведомление, что сумка уже в магазине. Видимо, знаете, скоро скидки, вернее, они уже начались везде. И эту сумку просто убрали из магазина, чтобы не делать на нее скидку. Хотя она очень дешевая. Вот. И мне нужно за ней сходить в магазин сейчас. Приеду, Чарли оставлю и пойду заберу. Ну, просто она мне прям так... Я как бы думала, ну, вот это на пояс брать. Взять, не взять. А это что-то я померила. Мне прям так понравилась она. Потом я про нее как-то забыла, а вот пару дней назад ходила, опять вспомнила, думаю, куплю. А уже не было. А на, в онлайн-магазине были. А там, если домой доставка 3,50, да и даже не в этом дело, а в том, что домой куда, домой, когда домой и во сколько я буду дома. Опять сидеть целый день ждать, лучше пускай мне доставят в магазин, и оттуда я уже заберу. Так что вот такие у меня планы на вечер. Но прежде надо погулять. Вот такой море, прохладненько. Ветерок дует, маечку поддувает. Классно. Чарли радуется, бегает. Такой лохматый он после этого купания. Вообще какой-то прям... Подстричь его, может быть. Ладно, сейчас посмотрим с вами на морешку. Сегодня, наверное, народу будет много, потому что пятница, выходные на носу. И у всех уже начались отпуски. Поэтому и море зашибительское вообще. Кайф. Вот так сегодня выглядит пляж. Народу много, видите? Какая разница, две недели все купаются. Вода, наверное, теплая. А у нас, знаете, сегодня весь день самолеты летали с утра. У нас, видимо, каждый год у нас в нашем городе Матриле на пляже устраивается самолетное шоу, что ли, так его можно назвать. И мне кажется, что в это воскресенье оно будет. Так что нужно будет съездить посмотреть. Сегодня, видимо, репетировали, потому что все утро летали самолеты, вертолеты. Вот как на 9 мая есть в России, там над Красной площадью. Здесь тоже раз в год делают вот такое шоу у нас там на пляже. И сегодня прям летали, летали. Так что я думаю, что в воскресенье будет это шоу у нас в городе. Где мой Чарли-то? Вот так вот купаются все. Опять тут маленькие котятки. Ой, убежал. У них тут еды дофига и больше. Рыженький, хорошенький такой. Оказывается, скидки у нас начались сегодня везде, во всех магазинах. Сейчас захожу, куда не захожу. Везде, вернее, не захожу, а просто иду по улице, то там фоткаются, то тут фоткаются. Прям все фотомодели такие вообще. Ой, не могу. Захожу в один магазин, там народу вообще никого нету, а продавщица, значит, ну это, видимо, ее магазин, стоит там перед зеркалом, тебя нащелкивает. Так смешно. Марочка, смотрите, какая. Дедушка рядышком с бабушкой. Сколько лет вместе, дедушка рядышком с бабушкой, трата вместе поют песню. Я уже обошла весь город, ну весь центр, все магазины,
все как шаталомные. Но я 2 дня назад была. Так смешно, и никого не было. А сейчас прям народу везде-везде пестрят красные эти этикетки. Иду за сумкой. Вот такой чемоданчик, видите, приобрела. Никогда такие не носила, но вот что-то захотелось именно вот такую симпатичную. Кошелек, телефон и камера туда умещаются. Вот. Прикольная такая сумочка. Тебе понравилось? Оцени. Ничего так, да? Вкусно? Пойду переодеваться и суп готовить. Так жарко дома, духотища такая. Лето, ах, лето, к нам оно жаркое пришло. Сейчас разденусь, суп приготовлю и в прохладный душ. И кайфовать. Время уже, кстати, поздно. Супчик готов. С укропчиком. Смотрите. Я вместо молока сливок добавляю плавленый сырок. Очень вкусный. Здесь шпинат, морковка, лук, грибы. Одна картошка. Опс. Опс, вы у меня запотели. И плавленый сырок. Опс. Так что буду с вами прощаться. Ничего больше не будет происходить. Я что-то так устала. Странно. Вот. Будем с вами прощаться до завтра. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки. Если не понравилось, ставим лайки. Подписываемся. И увидимся с вами завтра. Пока-пока.